Мы отмечаем 75-летие образования Якутской автономной Советской Социалистической Республики. И есть еще люди, живые свидетели становления, развития нашей республики. С одним из них мы сегодня беседуем. Семен Захарович, в том памятном 22-м году вам было 11 лет. Впоследствии вы стали одним из первых руководителей нашей республики. И у меня есть все основания думать о том, что у вас есть о чем рассказать. Якутия была самой отдаленной, самой заброшенной северным краем нашего Ледовитого океана. Но, несмотря на это, трудности, холод, до 7 градусов, до 70 градусов мороза выдержали и жили, развивались и трудились наше население Якутии. Это главное, самое. Наша республика развивалась очень медленно по сравнению с другими республиками, автономными областями, основным направлением развития сельское хозяйство – это было охота, пушнина, рыболовство. В связи с этим наша республика называлась чисто аграрной республикой. Поэтому, начиная с 1924 года, республика занималась развитием индустриализации. Эта индустриализация началась в промышленности, золотой, добычей золота. Главным образом это в районе округа Алданском регионе республики. Эта добыча золота занимала приличный удельный вес. 19-й съезд партии в Москве нам дал директиву якутянам, трудящимся коммунистам всем Якутии. Главным образом обратить внимание на цветные металлургии. За счет цветной металлургии передовые геологи, геологические партии обнаружили первые признаки месторождения алмазов Якутии. Это прежде всего первые активисты из геологии нашли пиропы в Сунтарском районе. Это называлось Западной Якутии. Вот из пиропы нам сразу дали местонахождение алмазов. С этих пор особенности на голом месте. Так сейчас называется Мирнинский регион, Улус. Там начали разведывать запасы промышленные значения в этом регионе. Но геологи недолго работали. Самым активным образом геологические экспедиции, начиная от Макинской экспедиции, сразу нашли через 5 лет месторождение алмазов, коренные месторождения и рассыпные в песках. Поэтому нам сразу обратились в партию правительства, чтобы нам разрешили организовать крупные алмазопромышленные добывающие предприятия. Это обошлось примерно дискуссии руководящих работников среди московских, российских, Советского Союза заняло 3-4 года. Дискуссировались, каким образом в Вечной Белоте не может быть алмазы. Это первый повод. Второй повод. В таком морозном природе Якутии никто не поедет. В ваших рабочих руки квалифицированные кадры в вашей республике нет. Поэтому, исходя из двух причин,
все руководящие работники, начиная от министров, кончая членов правительства России, в первое время отказывали наши предложения, даже не рассмотрели наши предложения об открытии, освоении алмазной промышленности. Это нам заставило дать промышленное задание геологам, геологическим партиям. Это особенность Амакинской партии, геологической партии. Была возложена этой партии изыскание месторождений алмазов в Сунцарском районе. И там находки были оценены Министерством геологии Советского Союза. Промышленное значение особенности были признаны академиком Бардиным, также геологическим управлением министром геологии Антроповым. Вот эти пути начали бы были нам советы, рекомендации, как начать разведку, каким образом начать промышленное освоение алмазов. Местное население, якуты и русские, и другие национальности, представители, являлись и являются настоящими патриотами, героями труда. Они все проявляли освоение активность свою и поднятие производительных сил Якутии.